Усё, лето кончилось. А я тут в сельской местности катаюсь. Приехал в село, куда мне пса выкинули в мороз. Сейчас тетку все овес какой-то. Я, говорит, его помню, говорит, бегал тут. Два дня его, говорит, поймать не могли. Два дня не жрал, что он тут сидел, короче. Где-то на углу здесь, в селе. Кинули ему телогрейку, чтобы он хоть в снегу не валялся, не спал. Потом через неделю его забрал отсюда. То есть бабосы получили за него, выкинули втихаря. Ну и сказали, в каком месте искать. Вот так вот, домашнего пса. В 27-градусный мороз. Где-то вот здесь его искал. Приехал он здесь. Идет такой кренделек. Как у себя дома. Где-то он там на перекрестке. Звал его где-то. Где-то вот здесь вот он. Валялся, короче. Телогрейком где-то тут вот, у забора. Кинули. Тут, говорит, много это собак выкидывает. В леса. Мы, говорит, подкармливают. У них тут, кстати, это, в Любцах. Леса какая-то. Ну, где-то он здесь он. На телогрейке спал, видать. Кстати, у них тут в Люпсах какая-то леса завелась. Ручная и заяц еще. Охотники, говорит, заебали, блядь, приезжать с оружиями, блядь. То лесу ищут, то зайца, блядь, нахуй. Толпами, блядь. Ну, то есть, блядь, все леса повипели, уже животине некуда деваться, блядь, уже. Домашними становятся, домашненные. Помню, в детстве с дедом в лес пойдем гулять. Все ходили на этот, в лес у нас железная дорога, мы все 3 копейки на рельс клали или пятак. Медный этот, латунный, блядь. Поезд пройдет, там пятак, блядь, с ладони, нахуй. С блюда, блядь, раскатывал. В лес заходишь с этих зайцев, как собак нерезанных. Как кошек во дворах. Сейчас редко, когда зайца увидишь. Чаще лису. Такие вот дела. Как эти собачки. Собачка вообще невменяемый стал. Как его папаша, говорю, Лайка. Так, ладно, погнал я. Что-то в начале марта, в середине плюс 7 было. Сейчас апрель начался, что-то какой-то мороз. Ну, в городе плюс 2, за городом 0 сейчас. Возможно, чуть попозже будет минус 1-2, не знаю. То есть третий день. Дубак.